Ночью кто-то подъехал к дверям, к воротам. Копаются в машине. У нас из дома кто-то выходит. Да, это там Владимир. Кто же это там? Время уже позднее. Открывает калитку. О, какое дело-то. О, гостей-то сколько понашло. А что тут узнаешь? Вот у Никиты так увели велосипед. Ну, наружу наблюдение. Ни лица не видать, ничего. Статуя. Тут никто не найдет. Ни номер. Вот они где. Володя сумку, что ли, несет. Володя-то и не узнал бы никогда. Там кто-то идет. Еще-то чуть-чуть видать. Надежда Васильевна или она там. Вот так. У Никиты там видно, как кто-то подходит, отстегивает велосипед, садится и уезжает. Украли у него велосипед. Благослови, Господи, кто бы ни приехал. Добрые люди. Когда шли миссионеры у католиков, если с женщиной, то больше безопасность. Они понимали, что это не воин. А если с ребенком, полное доверие. И здесь точно так же. Как он будет воевать, когда ребенок? Он же его ценит. Не будет же он его терять. Это побежал Володя бегом. Свет мигает. Машина. Ну, у нас на крыльце никого не видать. Здесь уже закрыто все. Вот она видно. Похоже, машина тронулась. Уходит. Ну вот так. Ночь темно, совершенно темно. И вот так все видать. Освещает. А днем-то как на ладони. Он там развернулся, видать. Вот, поехал. Все. Где-то Володя пошел, что-то я его не найду. Ага, вот он идет. Понятно. Пошел он к Игорю. Первый раз я его сейчас
Вижу, сегодня у нас 16 октября. Работает. Сегодня умер у Жовнера и муж Виктор. Хоронить поедут. Берут сейчас Евангелие много с собой, чтобы там раздавать. Стоит, молится, наверное. Туманит. При выходе три поклона. Господи, благослови. Труженик пошел. А, он ждет машину. Машину Дыбунова Игоря Владимировича. Забрать Евангелие. Вот он их вынес заранее и понес. Посмотри, сколько несет, какая охапка. Евангелие очень хорошее, четверо ангела, красное. И на корочке написано там по благословению патриарха Кирилла. Благослови, Господи, и помилуй. Вот еще несет. Игорь там кладет. Это на похороны наши. Берут живую воду окропить людей. Вот как нужно из дома выходить. С молитвой, нагруженные Словом Божьим. Благодать Божия да сопутствует им. Все, поехали. Ремень надеваю. Все, поехали. Вот они куда. Он поехал по той дороге, где меньше машин. С Богом. О, приехал сегодня Алексей Загуляев. Надежда Васильевна ведро картошки продернул вперед. Это туманит, близко нельзя. Там машина, он говорит, я не один с Наташей. Я ему звонил, поговорить хотел, ну торопится. Говорит, время нет, ну, значит, нету. Просто побеседовать хотел, посидеть. Ну, видишь, сколько он помог мне, ой-ой-ой, когда начинали, там нужно было печати где-то заказывать, бланки, это все от Алексея. Тогда программистов не было, он один был, а теперь их четверо. Благослови его, Господи.
Похоже, батюшка идет. Ну да. Нагулялся, в отпуске был. Дорогой наш. Дверь открытая. В тамбуре. Там Володя печку топит. Первый раз снег идет, настоящий снег. Землю покрыл даже. Но еще не целиком. Это у нас сегодня третий. Ой, там Надежда Васильевна дверь открыла. Щебарничает. Хлопает что-то. Вот решил посмотреть, что делается. То есть сразу вижу, все какое чудо уготовано. Подметает. Знаешь, это плохой у нас аппарат. Чуть дальше приблизить хочешь, она сразу скрывает в тумане. Пока дверь открыта в сенях, в избу нельзя открывать, чтобы кошки не выскочили. Как выскочили, так все пропало. Собаки здесь задавили до этого. Была у нее черная кошка, прям под окном задавили. Собак потравили, нету. Вот начинается зима. Слава Богу, дожили. Вчера только тут беспокоился я об озимых, как они не замерзнут. Сколько времени. Видишь, как? Там кошки бегают. Вот они, видишь, отсюда даже вижу, что кошка пошла черная. Пришла у нас, поела, подкармливаем их, три кошки осталось. Было, говорит, больше. Ну, вижу, одна мышку несет. Ей не скажете кошке ходить, а то, говорит, она на стол лазит. Как раз мыши на стол залазят, и кошка должна залезть. Вот это вот улица наша. Вот хорошо здесь. Что 8 часов 5 минут. Что сегодня? 2018 год, ноябрь, 11 месяц и 3 число, вот оно. Уж приближать нельзя никак. Ну и ладно, мы без этого знаем. Володя сегодня идет на работу, четверг. Надежда Васильевна его провожала, открыла дверку. А он там идет внизу. Это Паля начинает как записывать, что прям мещется тут под ногами. Все сшибает. Вот Володя идет. Я попросил Игоря, скажи ему, чтобы он зашел, мне надо ролик записать, важный такой. Все утро размышляю о масонстве. Да он нет никак до работы. Ну скажи только, от тебя не зависит это. Благослови его, Господи. Все, помахал рукой, как договоряю. А он только что подъехал. Игорь Двунов. Он у него работает сейчас. Он им платит. Никита у него всю зиму работает. Почему? А сейчас уже в мае месяце они поедут. Потеряевку, все, огород садить надо по прудам, по домам. Нам нужны помощники.
Вот не знаю, кто был, Михаила Кальмаева, что-то никак не отвечает, то ли некогда. Он мастер, ему помощники нужны. Там сени в одном доме построить, другой уже сделано, и все, но обшить надо. Поговорил с ним, придет или не придет. И вылез. Ага. Он идет сюда. Идет. Ну, слава Господу. Это Паля тут всегда сидит. Ну, Володя приходит с работы. Все завязываем. Это так. Улица.